Так. Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Лилия, доброе утро. Тебя Да. хорошо видно и слышно. Включи, пожалуйста, запись. Я включила. Все, видно, хорошо. Ну, участники только слушают. Все, отлично. Ну что, мы начинаем? Здравствуйте. Так, сейчас все. Немножко. Так, прошу прощения, пока разберусь. Все, отлично. Ну что, мы начинаем. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Лилия Газдалидинова. Я партнер компании Adgenis. И сегодня в этом чате мы с вами поговорим о самом, наверное, крутом продукте, да, о наших уникальных браслетах Adgenis с шестью элементами. И которые представлены у нас в двух дизайнах. Это такой элегантный женский дизайн у меня на руке и такой брутальный мужской дизайн. Титановые браслеты, покрытые 23-каратным золотом. Очень такие оригинальные, но, конечно, это, с одной стороны, очень красивое украшение, но смысл на обратной стороне. Вот я думаю, вы видите здесь большое количество вставок, и это не просто для красоты. Каждая вставка несет определенные действия, и сейчас мы с вами поговорим именно о действии этих вставок. Я думаю, многие обратили внимание, да, они все разноцветные, они все разные. И первая вставка – это магнитная вставка. Магнитная вставка, где… Так, первое, начнем, наверное, с инфракрасного, давайте, излучения. Первая вставка – это вставки с инфракрасными волнами дальнего диапазона от 4 до 14 микрон. И когда они попадают у нас в кожу, происходит такой резонанс с молекулами воды. И тогда улучшается кровообращение, улучшается микроциркуляция. Может быть, кто-то слышал, да, есть такие люди, у которых там хоть и тепло, неважно, зимой или летом, но у них все время мерзнут руки и ноги. И я одна из таких людей была. И вы знаете, я все время ходила там в теплых варежках, перчатках. И вы знаете, когда я начала носить этот браслет, в первую очередь я начала замечать, что я просто перестала мерзнуть. У меня перестали мерзнуть руки и ноги. И именно этот браслет, он дал такой эффект. И, конечно же, еще инфракрасные лучи, они защищают нас от электромагнитных волн. К сожалению, мы с вами окружены, да, компьютерами, там, микроволновки, сотовые телефоны. К сожалению, сейчас и у детей сотовые телефоны. Они очень действуют на ритмы головного мозга. А у детей головной мозг, он до конца полностью формируется только ближе к там, 12-13 лет, годам. Вот. И очень такое вот действие не очень полезное, да, для детей. И поэтому я даже рекомендую эти браслеты, например, своим детям. У меня у детей есть браслеты. Вот. Дальше следующая вставка – это нефритовая вставка. Вообще нефрит – это полудрагоценный камень, и его считают королевой всех камней. Да. И он, представляете, сильнее стали даже в несколько раз, в 2 раза. И нефрит, он обладает таким свойством, он очень полезен для мышц и для суставов. Я знаю, что, например, есть в реабилитационных центрах различные массажеры с нефритовыми вставками, да, которые применяют при восстановлении и для лечения там, после травм, ушибов, растяжений, и дает очень такой вот хороший эффект. И поэтому очень рекомендуются нефритовые вставки, у кого есть именно проблемы с суставами и проблемы именно с мышцами.
И еще одним, вообще нефрит, он считается таким энергетическим камнем, да, я думаю, сейчас многие слышали, изучали, может быть, такую тему, как у нас повышаются вибрации Земли, про волны Шумана, я думаю, многие слышали, да, и вот, и многих, на самом деле, нестабильное состояние, они реагируют на эти скачки, и, ну, многих просто колбасит, вот. И нефрит именно помогает синхронизироваться и помогает, ну, защитить вот эту вот свою ауру, и защищает нас от вот этих вот действий. А дальше следующая вставка, переходим. Это магнитная вставка. Магнитная вставка с индукцией до 3500 Гаусс. Вообще нехватку магнитного поля его сравнивают даже как с нехваткой витаминов и минералов. Вот представьте, у нас по кровеносным сосудам движутся молекулы крови, это и там лейкоциты, да, и эритроциты. И вот представьте, они все движутся в таком хаотичном порядке. И для примера, например, представьте, по улице в одну сторону идут огромное количество людей, но все они идут с разной скоростью и, ну, как не одинаковые, да, то есть кто-то, например, там бабушка идет с палочкой, или там спортсмен бежит, и вот такой вот хаос происходит, кто-то падает, кто-то там, у кого-то ушиб там и так далее. А представьте сейчас, что по улице маршируют солдаты, все вот в ногу, ровно, четко. Да, представили такую картинку? И вот то же самое, оказывается, происходит у нас под действием магнитного поля. Молекулы крови, они вот выстраиваются, как вот эти солдаты, и они четко, так ровно, как такая тихая река, они вот плывут по сосудам. И, конечно же, это что очень хорошо? Улучшает кровообращение, улучшает микроциркуляцию. Наверное, тоже вот знаете, да, под, если у нас есть в теле какие-то зажимы, спазмы, именно в этом месте у нас плохое кровообращение. И именно вот магнитные вставки, магнитное поле, оно способна там улучшить микроциркуляцию и донести до этих спазмированных участков кровь, да, для того, чтобы эти спазмы они снимали. И, конечно же, в результате что у нас исчезает вот этот вот болевой синдром, снимается воспаление, исчезает и боли, и происходит такое быстрое выздоровление. И рекомендуется, у кого, например, есть проблема даже с бессонницей. Вот. И дальше мы движемся дальше. Какие еще у нас ставки? Следующая ставка у нас германий. Очень такая интересная вставка. И вообще при попадании в кожу германий он выделяет отрицательно заряженные ионы. И вот при попадании в кожу вот эти отрицательно заряженные ионы, они начинают вытягивать у нас из нашего тела, так скажем, да, положительно заряженные ионы. И тем самым у нас очищается кровь и удаляются эти положительно заряженные ионы. На самом деле, вот как воздух, да, он насыщен или положительно заряженными ионами, или отрицательными заряженными ионами, где вот что преобладает, да. Например, самое большое количество отрицательно заряженных ионов у нас возле водопада или в лесу, возле моря. Наверное, все знают, да, как они, там совершенно другое ощущение, другое самочувствие. У нас исчезает сразу там депрессия куда-то уходит, да, потому что мы дышим вот этим вот озоном, вот этим вот отрицательно заряженными ионами. А в мегаполисах, там, где нас окружили телефоны, компьютеры, большое количество техники, отрицательно заряженных ионов, ну, очень мало, и большое количество положительно заряженных ионов. И когда много положительно заряженных ионов, у нас появляется депрессия, усталость, быстрая утомляемость, головные боли.
И вот этот вот германий помогает как раз из организма убирать положительно заряженные ионы и насыщать отрицательно заряженными ионами, представляете? И очень, ну, хорошо вместе, кстати, со вставкой, с магнитной вставкой, германий улучшает метаболизм и выводит отечность. Вот, вот такая вот крутая вставка у нас германий. Дальше следующая вставка у нас турмалин. Тоже очень такой интересный компонент, очень интересная вставка. Это драгоценный вообще камень, считается турмалин. И в его вообще составе больше 26, представляете, микроэлементов. И одно из таких интересных свойств турмалина в том, что он восстанавливает и поддерживает нашу вегетатику, то есть нашу вегетативную нервную систему, то есть нашу психику. Да? Вот, мне кажется, это очень важно сейчас в современном мире, и вообще он помогает еще продлевать молодость, нашу красоту, и считается очень таким магическим тоже камнем. Вот. И последний у нас камень – это гематит. Тоже такая очень интересная вставка, и к нему присваивают просто огромное количество действий, например, нормализует очень хорошо давление, поддерживает и улучшает состояние почек, печени, селезенки, да, тоже улучшает метаболизм. И еще гематит, он влияет на регенерацию даже костного мозга. Представляете? И одно из таких главных свойств гематита, что гематит, он помогает выйти из депрессии. Представляете? Вот, он снимает психоэмоциональное напряжение, убирает последствия стрессов и дает такое стабильное психоэмоциональное состояние. Представляете, да, столько вставок и такие необычные, просто невероятные действия. И, конечно же, огромное количество сегодня результатов мы получаем от использования этих браслетов. И вот хочу поделиться результатом своей семьи. У меня недавно дочка старшая, ей 10 лет, она занимается танцами, и она, ну, не очень удачно упала, и был такой очень сильный ушиб. И была очень большая, очень сильная боль, и мы на нее 2 браслета таким образом одели, и она говорит: «Мам, у меня через буквально 10-15 минут боль утихла, и на следующее утро у нас даже не было ни синяка, никаких там, ни отека, и немного там, немного болели мышцы, и очень быстро пошло восстановление». И еще хотела бы поделиться результатом одного из наших партнеров. Но сегодня просто по техническим причинам она не сможет сама поделиться, вот, но очень просила рассказать свой результат. Ее зовут Алина, она у нас из города Уфы, ей 72 года, позитивная, такая роскошная женщина. И вот в декабре произошел такой случай, гололед. И она очень сильно упала, упала лицом, у нее прям очень сильные были ушибы и на коленях, и на лице. И, конечно, самое сложное был перелом ребра, перелом 5-го ребра. И, ну, было очень такое нестабильное, тяжелое состояние. Она говорит: конечно же, я подключила комплекс витаминов, клеточное питание. Но вот в первые дни, первую неделю было просто невозможно дышать. То есть я не могла сделать глубокий вдох. Я дышала такими мелкими вдохами, и мне было очень тяжело. И тогда она увидела в чате нашем биохакинг отзыв одной женщины, которая там ей помог наш браслет, и она говорит: что ж, я не додумалась, я взяла браслет, я приложила на как раз место, где у меня был перелом, она, в общем, прицепила, перевязала, и она говорит: буквально 15 минут
я через 15 минут я смогла сделать глубокий вдох, я смогла спокойно дышать, и она в таком восторге, и мы каждый раз у нас на мероприятии, она делится, она говорит, как же так? И сегодня, конечно, она уже себя прекрасно чувствует и прекрасно выглядит. Вот. И сейчас я бы хотела попросить поделиться своими отзывами тех людей, кто тоже носит эти замечательные наши браслеты. Я сейчас хочу передать слово. Так, ой, какое большое количество тут ручек подняли. Так, 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 давайте я передам первое слово Римма Ферафонтова. Я тебя включаю, пожалуйста, тоже поделись своим результатом, включи видео, я знаю, что у тебя просто шикарнейший результат. Так. Да, все, мы тебя слышим. Отлично. Видно. Да, добрый день. Добрый день. Ну, мне 66 лет, я продукцией пользуюсь уже 3 года с самого основания, и у меня очень много результатов. Но все равно я иногда, нет да нет, я пила таблетки от давления. У меня вот такое было. И я чувствовала, что у меня как бы, и хоть и альфа-майн пила, и глубокий сон, чай пила, да, и спала плохо, плохо спала. И я всегда на браслет смотрела, и мне так хотелось вообще купить этот браслет, да. Вот. И как раз вот в январе я по акции купила браслет, и вот за месяц я почувствовала, то есть ни одну таблетку от давления я не выпила. То есть у меня давление прям вот стабильно, нормально, давление хорошее, да. И сон у меня такой глубокий, хороший сон. Я даже, если даже поздно ложилась, я прям в 7 часу или в 6 уже встаю, то есть полна энергии, сплю очень хорошо. Вот. И еще один результат. У меня вот эта встреча была, да, с подружкой, и она говорит, у меня голова болит, вот этот затылок прям ломит, говорит, да, очень даже ломит. И это я ей говорю, на, одень, говорю, браслет, говорю, посиди, говорю, пока, говорю, мы с тобой пообщаемся, да, вот так вот. И через некоторое время она говорит, слушай, прям вот как будто вот так вот все как сползает, отпускает потихонечку, потихонечку, да, вот так вот. И она говорит, слушай, ну, браслет, конечно, очень такой хороший, ну, головные боли у нее прошли. Вот. Спасибо большое. У меня даже от браслета, у меня и так энергии хватало, но сейчас еще больше энергии у меня. Да, спасибо большое. Спасибо большое. А, Риме, я знаю, 65 лет, она прекрасно выглядит. Рим, можешь, да, отключаться, отключай видео и звук. Вот, действительно, браслет как скорая помощь. Бывает, что, например, болит голова, мы на лоб, разболелся там живот, мы на живот, рука болит на руку, да, и очень быстро снимаются боли. Так, а мы с вами идем дальше. И я хочу передать... у меня почему-то так... Передаю слово. Так, вот я вижу Ольга Смирнова. Ольга Смирнова, вы здесь? Я вижу, вы подняли руку. Я думаю, тоже хотели бы поделиться отзывом. У меня нечаянно получилось. Я просто Все, тогда отключайтесь. Спасибо. Спасибо большое. Так, а мы идем дальше. Сейчас я передаю слово Альфие Хусаиновой из города Уфа. Я знаю, что у нее просто шикарнейшие результаты. Альфия, включай звук и видео, мы тебя слушаем. Так. Здравствуйте. Слышно меня? Все видно? Отлично. Да, все отлично получилось. Видно, слышно. Я из клиники, с работы вещаю. Вот. У нас вот такой вот результат в семье. И, вернее, не один результат. Их много, да. Тяжелее всего
увидеть всегда врачей. Вот мой супруг нейрохирург, с ним такая ситуация сложилась после коронавируса, давление у него, это было в прошлом году. Давление каждый вечер поднималось 180-190, и при том скорректировать медикаментозно было очень сложно. Вот. Как раз это было в январе прошлого года, и на день рождения я ему приобрела наш браслет. Поначалу очень сложно было уговорить его одевать, и, ну, женщины, мы же хитрые, да, всегда найдем способ. Я его уговорила на ночь одевать, как раз вечерами поднималось давление. И вот в первый же вечер, как он этот браслет одел, был замечательный у него сон, утром проснулся бодренький, и он просто сам не захотел снимать больше этот браслет. С этого момента у нас на самом деле каждый вечер, это вот удивительно, но было показательно, что давление у него уже вечерами не подскакивало, стабилизировалось, выровнялось. И вот уже год мой супруг носит браслет, и даже после душа тут же бежит, спрашивает, где мой браслет, дайте. Я уже сама даже спрашиваю, почему. Он говорит, я просто очень замечательно, комфортно себя чувствую, когда он на мне. У меня такая же ситуация, я многодетная мама, да, мама 5 детей, и, видимо, с этим тоже я связывала. У меня никогда не было крепкого сна, очень чутко спала, очень от каждого шороха просыпалась. Ну, вот это, наверное, гиперответственность, я считала, что вот как бы, да, с этим связано. Я купила для себя такой браслет. И после этого заметила, что я так хорошо, глубоко сплю, что иногда вот... И при том я высыпаюсь. Я такая вот бодренькая, энергичная. Нет вот этого состояния хронической усталости. Также вот у нас был такой интересный случай. Мы пришли на презентацию с Зефирой. И у меня вот тяжелая была голова, такое состояние непонятное, да. Я говорю, что-то как-то вот у меня с головой. То ли болит, то ли не болит, то ли не выспалась. И вот такой вот был момент. И вот как раз это было перед тем, как я приобрела для себя. И мой наставник Земфира сказала, давай быстренько одевай мой браслет. И вот таким образом мы повесили на мое ушко, потому что... Ну, перед человеком, да, которым ты собираешься рассказывать о здоровье, невозможно говорить, что у меня голова болит, там, или как-то вот так прикладывать этот браслет, сидеть, да, на голову куда-то на шею. И мы вот так спрятали за волосы мои. И дальше рассказывали уже, ну, беседовали с тем человеком. В какой-то момент Земфира спохватилась и говорит, ой, а где, куда делся мой браслет? И я забыла, что он у меня на ушке висит. Представляете? А голова у меня была такая ясная. Я замечательно себя чувствовала. Я вошла в раж, рассказывала о наших замечательных продуктах. И даже не забыв, что оно у меня, как говорится, лекарство вот здесь вот рядом. Вот такой, да, вот интересный, да, случай. Да, замечательно. Спасибо большое, Альфия, за то, что поделилась отзывами. Можешь отключать звук, отключать видео. Действительно, у меня тоже супруг очень любит наш браслет, он тоже одевает на ночь и говорит, что с браслетом он лучше высыпается. Он встает рано, в 4-5 утра, и с браслетом он очень, ну, быстро заметил, что даже когда спит по количеству времени меньше, то все равно высыпается. И сейчас я хочу передать слово Земфире Кагармановой. Я знаю, что у нее тоже большое количество результатов и отзывов, но, возможно, не со всеми, Земфир, но несколько результатов я бы хотела, чтобы ты рассказала, с нами поделилась. Привет всем! Меня слышно, да? Видео? Слышно. И включай видео. Все, я отлично, включу. Мы тебя видим. Спасибо большое вообще за рассказ, Лилия.
Я, знаете, послушав тебя, захотела аж несколько штук прицепить на себя. Настолько крутой браслет мы имеем. Я с первых дней пользуюсь этим браслетом. И как человек я очень открытый. Когда общалась, я всегда чувствовала вот отток энергии, да, от себя. И особенно я очень остро чувствовала тех людей, которые присосок энергетических, да, вампиров. И я когда знала таких людей, просто, ну, старалась дальше быть от таких людей, потому что не знала, как защититься от таких людей. Когда вот я вообще самые первые, наверное, купила, как только объявили, как только Олег Андрейчук рассказал, думаю, этот браслет мне точно нужен. И вот с того момента я когда одела, представляете, когда я проводила встречи, когда общалась, я вообще, вот я перестала чувствовать отток энергии, как будто вот, ну, даже не проводила. А до этого, после выступлений каких-то, да, я приходила, вот мне нужно было восстанавливаться, восстанавливаться. И вправду, я прямо без ног, без сил приходила домой. И самое интересное еще тоже, вообще результатов очень много. Когда последний раз вот я получила травму по спине, да, очень сильно спина болела, у меня некомпрессионный перелом ставили, очень болела спина, и мне сразу принесли несколько браслетов и поставили мы под корсет, и вот выписывали таблетки тяжелые, да, обезболивающие. Вот это не помогало, а вот браслетом удивительно, наверное, прошло минут 20, и у меня вот все прошло, то есть боли вот эти приостановились, и, ну, они не были такими яркими и сильными, и я увидела, насколько мощно работает наш браслет. Кстати, я женщиной тоже, когда проводила встречу, она была с другой компанией, когда я показывала браслет и рассказывала про наш браслет, она сказала, что у них тоже есть браслет, и у них 1100 гауссов, да, а у нас 3,5, вот Лилия сказала, да, 1000 гауссов, и у них стоит 11 тысяч этот браслет, представляете, а у нас насколько сильный и вот такие результаты дает. И еще у меня не смогла, тоже сейчас находится на работе мой партнер на втором уровне, Ангелина, и ее подписала, порекомендовала ей этот браслет Азода Абдурахманова. И когда они были на встрече, у Ангелины было два опухоля не злокачественных, и один из них неоперабельный. И она в это время уже 15 раз падала в обморок. То есть настолько у нее все было, ну, в такой уже страшной стадии. И Азода сразу дала ей браслет в руки. И через вот пока она сидела, в течение 2 часов у нее, она ни разу не упала в обморок. И у нее прояснилась голова, и она говорит: «Я без этого браслета не пойду никуда. Продай мне твой браслет». И представляете, она купила вот тот браслет, который был на руках у Азода. И с тех пор, ну, она и подключила наши продукты. Ну, в общем, у нее результаты очень хорошие. И с тех пор ни разу за уже год она пользуется нашими продуктами, нашим браслетом. И то, слава богу, она больше ни разу не падала, и отеки сошли у нее, она постройнела, но результатов очень много, энергии, она работает, то есть, ну, вообще просто наша продукция и наши браслеты, в общем, творят чудеса. Спасибо большое за такие продукты, конечно, основателям.
И мы, конечно, счастливчики, что имеем возможность пользоваться такими продукциями. Спасибо большое. Лиля, включи, пожалуйста, микрофон. Так. Да, все. Прошу прощения, вроде бы. Ага. Ну что, хочу сказать, такие прекрасные результаты. Спасибо большое, что поделились. И я знаю, что если бы я давала микрофон, еще большое количество бы людей поделились бы результатами. Но я думаю, уже достаточно. И хочу сказать, что... у кого еще нету браслетов? Мне кажется, все уже захотели приобрести браслет, а у кого уже есть, возможно, есть мысли подарить эти браслеты своим близким, друзьям. И вот этот браслет, он мне предназначен для моей мамы. У нее сегодня день рождения, ей 73 года, и я сейчас поеду ее поздравлять. И я думаю, что это самый шикарный подарок, который можно сделать своим родителям. И, конечно же, я надеюсь, что все помнят, что у нас в январе есть акция на эти браслеты, и 1000 рублей идет скидка на них, и успеете приобрести, успеете заказать и сделать подарок для себя и для своих близких. А на этом мы завершаем сегодняшнюю встречу. Всем большое спасибо за внимание.